Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе. Потому... Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Перед нами состав хозяев. Перед... Салах! Невероятное спасение! Свисток арбитра угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Важно навешивать. Подача, чей мяч будет? Ну, не знаю, на что он рассчитывает. Мохаммед Салах. Все спокойно, мяч прямо к нападению. Дели Алли. Нужно забивать. Поражает эту атаку, но мяч еще в игре. События развиваются стремительно. На данный момент они выходят в следующий дивизион. Как дальше играть станут? Что скажешь? Знаю одно. Нельзя закрываться в обороне. Ни в коем случае. Ну, времени-то еще много, поэтому еще ничего и не решено. Нужно двигаться вперед. Гол для Казета, повторяю. Уверенно сыграл и здорово распорядился своим моментом. 1-0 в нашей игре. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Через фланг атака пошла. И тут есть свободное пространство. Надо сравнивать. Забивать. Вратарь ждал этот мяч. И легко сыграть. Не надо тут ничего придумывать. Просто вынести мяч и все. Фред. Лапорт. Грамотный пас, все по делу. Точности не хватило его передачи. Соперник легко разгадал это. Пол команды обыграл. Ничего себе! И это удар! Ох, какой гол! Какой гол! Ну вот как так можно? Потеря концентрации, глупейшая ошибка и нате вам, понимаете? И на данный момент они никуда не выходят. Любит этот парень подключиться в атаку, но сейчас явно не ожидал соперник таких действий от него. Да, и когда забивает защитник, согласись, это все-таки всегда выглядит неожиданно. После ответного мяча у нас 1-1. Антони Марсиаль. Дембеле. Увидел открывание впереди, делает передачу. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Перейра. Штрафную подачу, есть там кого сыграть. Он бьет головой и забивает. Мастерски сыграл он в этом эпизоде. Гол, забитый головой, конечно, не редкость, но всегда смотрится как-то по-особенному. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию в атаку. Посмотри, как момент поймал идеально, выложил мяч партнер. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Вот смотрите, поймал момент, пробил, и вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Юрген, у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробиться второго этажа? Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Он накручивает соперников одного за другим. А тут что? Гол! Гол! И еще раз гол! Отличный задел. Кто скажет, путем на следующий дивизион у них уже в кармане? Рановато, наверное, об этом думать. Надо продолжать играть. Бывало такое и не раз. Расслабишься и опа! Получить получилось. Мяч влетел в сетку от штанги. Плотный, смачный такой удар получился. До последнего казалось, что мяч летит мимо ворот. Но в последний момент он взял и нырнул в самый угол. Уже 4 гола в этой встрече забиты, 3-1. Продолжают владеть мячом, очень долго, пора бы уже как-то обострять. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Верхом пас на ход Марсиалю, опасно может быть. Марсиаль. Дели Алли. Дембеле. И есть гол!
В принципе, этот гол означает, что одной ногой команда в следующем дивизионе. Если они, конечно, победят вот так, уверенно и красиво, то можно говорить о вполне заслуженном повышении класса. И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются, и, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Мохаммед Салах. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Дели Аль. Салах. Ля Казет. Дели Алли с мячом, опасно! Момент реализован! Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Номер 23, Мохаммед Салах. И буквально подарил мяч сопернику. Партнер под атаку. А вот сейчас может быть опасно. И еще один в сетку они отправляют. Ого-го, это уже разгром. Разница теперь уже в три мяча. Это много. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забил. Одна команда сегодня на поле. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Лаказет бьет. И это просто шедевр. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? И продолжают забивать и забивать. Дается. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате с игрой. Вес напрашивается. Скидка назад. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Салах. Пас на ход, может быть интересно. Прошла передача, можно выходить к воротам. Очередной точный удар в их исполнении. Что творит? Держите его семеро. Да, сегодня он просто какой-то сумасшедший футбол показывает. Каждый раз удается освободиться от опеки и выскочить на ударную позицию. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Может получиться интересная атака. Не очень понятно, кому он отдавал пас. Аут, мяч у соперника. Теперь в атаке уже соперник будет. Решил пробить. Салах. Дембеле. Фред. Мусс.
за Дембеле. Выбивает мяч игрок. Мохамед Салах. И мяч в воздухе после такого выноса. Мохамед Салах. Фред. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Можно бить. Гол. И это уже парад голов какой-то. Да, не думаю, что такое отыгрывается. А пропустить, наверное, еще команда вполне в состоянии. Ну что, время подумать о хет-трике. Такое преимущество еще в первом тайме немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Александр Лаказет. Не прошла эта передача мяча соперника. И прекрасную передачу выполняет Лаказет. Эмбеле! Ох, какой гол! Какой гол! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Если чудо не произойдет и кто-нибудь его сегодня не переплюнет, то перед нами, безусловно, герой встречи. Но чтобы его переплюнуть, надо забивать как минимум 4. Но вряд ли мы такое сегодня еще с вами увидим. Невероятно начали они матч, конечно. По сути, второй тайм превращается в пустую формальность. Выходит команда на перерыв, гордится явно вещью. Правда, всего лишь одному из соперников. В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. От души по мячу он приложился. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Фред. Дембеле. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Робертсон. Марсиаль. Можно подать. Эмбеле! И еще один. Все кони отправляют. Ого-го, это уже разгром. Разница теперь уже в 3 мяча. Это много. Обидно должно быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч по сути закончен. Мяч у Дели Алли. И мяч выбит из штрафной. Фред. Александр Лаказет. За Дембеле. Дембеле. Очередной точный пас в его исполнении. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Свежие силы выпускают на поле тренера. Очень хорошая возможность забить со штрафного сейчас. Демка синхронно прыгает и принимает удар на себя. Уж не тренировались ли они в бассейне? Очередной точный пас в его исполнении. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. И
И прекрасную передачу выполняет для Казе. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Пошли последние полчаса игры. Александр Лаказет. Игра остановлена, штрафной. Делли Алли. Оборона в таком, я бы сказал, пассивном режиме. Никто не выбрасывается вперед на мяч. Делли Алли. Фред. Нет, не дошел этот пас до адреса. Это аут. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Эмбеле! Четко и просто, вратарь. Эмбеле. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Муса Дембеле. Ох, если бы эта передача прошла, быть бы голу. Однако все обошлось для обороняющейся команды. Марси. Есть адрес у этой передачи. И есть гол! Мне казалось, он вообще с этой ноги бить не умеет. Доказал обратное. Восхитительный гол. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Игра проходит по ожидаемым ключам. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Удар Дели Алли. Дели Алли, гол! Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Атака продолжится через фланг. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. И это шанс забить! Хорошая попытка, но прямо в руку вратаря. И посильнее. Фред. И бьет! Накрывает игрок этот удар. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы. Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежителя. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Перешел к другой команде. Великолепно сыграл защитник. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. И это должен быть гол! И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. В центр штрафной мяч направлен. Гол! Мяч в сетке! Не так надо обороняться при подаче угловых. И атакующая команда это показала. Гол. Навалились всей командой на исполнение углового. И все-таки мяч в сетку затолкали. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была подумка одна. Номер 2.
будут сбрасывать мяч из-за боковой. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Please give a round of applause for today's man of the match. Разгадали замысел соперника, они и прекрасную передачу выполняет Лаказе. Удар! Отлично, игрок заблокировал этот удар. Выбивает мяч игрок. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. 3 minutes of added time. Рахим Стерлинг. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Нет, не дошел этот пас до адреса. Игра закончена. Он отыграл сегодня великолепно. Можно бить. Гол. И... Марсиан. Можно подать. Эмбеле. И... Марсиан. Есть адрес у этой передачи. И... Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Удар Дели Алли. Дели-Алли, гол! Центр штрафной, мяч на